Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет очередной роллинг на аккаунте Андрея, моего подписчика. Будем пробовать выбить ему повторочки, недостающие на героев. Ну и также посмотрим его аккаунт. Так, он находится в гильдии Запад. По поводу выступления писать ВК, айдишка 346-57-02-27. Гильдия активная, 61-75. По силе, средняя сила от 150 где-то тысяч. Кидайте заявочки, вступайте. Так, ну аккаунт у нас донатный. Сейчас мы заберем плюшки. Вот такие вот плюшки сегодня. Он забрал большой пак. Афина повторочка. Вообще отлично. Идем заберем сразу же пятую ремку рунами с бинго до полуночи. Надо будет то же самое сделать на своем аккаунте, не забыть. И будем выбивать недостающих героев. Так, тут он какую-то награду уже забирал. Подтвердить. Да, последнее время нам начали давать неплохо плюшки с акций. Правда, до сих пор таки нету красных и синих кристаллов, которые нужны для прокачки рун и просветов. И это очень печально. Так, есть. Есть, вот он. Пятый сет ремочки. Вы получили пятый сет реанимации. Так, окей. Смотрим камень. Тут тоже, кстати, бывают неплохие плюшки падают. И имбовые герои. Так, выносливость. Карта питомца, не то. Еще обновление таланта. Миф карта. Вот, блядь, просил повторку. Вот тебе и повторка. Ребята, просто жесть. Это просто вау. Фрея с бинго. Плюс ремка пятая. Да ладно. Офигеть. Кайф. Сейчас посмотрим его аккаунт. Ну, конечно, это жесть. Поздравляю. Афинку он получил с акции на рынке, с базара. Ну, а Фрейю мы достали отсюда. То, о чем я говорил, что здесь реально бывает, падают офигенные герои. Так, хорошо. Сейчас даже правила посмотрим. Интересно. Так, это призы, правила. Ну вот видите, про героев. Карта Фрея. Мы попали в самую точку. Офигеть. Круто. Так, отлично. Забираем обратно плюшки. Сейчас я посмотрю, чего нам не хватало. Так, 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 так. Повторки Ронина, Фрея, Бигфута, Анубиса, Стрелка, Повелителя Бури. Окей. Поехали. Посмотрим. Это потом мы сюда зайдем. Идем посмотреть его алтарь. Где он тут находится. Так. Вот он. Так, смотрим, что у него есть. Не понял. А, Минотавр качается, все. Четкий варлок, четкий гаргул, офигенный арат, таковка. Пойдет, но, конечно, исцеление, либо воодушевление будет возможность. Так, Рино, хорош, каменка, пойдет. Друидику пятерку надо. Так, ну это можно пропустить. Топчик и замедление на архидемона обязательно вторым надо поставить. Это можно ничего не ставить. Хорош. Топовый. Пойдет. Так, ну тут каменка, ожог. Выражаю каменку, огненку, ожог. Бавашку, конечно, ты... Ну, не бавашку, ложный выпад зря качал. Будет умирать. Он и так умирает. Тут, я не знаю, тоже смысла нету каменку качать.
Лучше ту же самую ремку поставить, либо огненку. Так, ну тут надо будет тяжелый удар. Тыковка еще одна. Так, бог войны нужен. Тесса, бастион можно. Ожог, вариантов там очень много. Разброс отлично. Ремку пятую, либо бастион. Топчик. Тоже топчик, но можно новые. Анубис вообще четенький. Грубая и КК. Так, ну тут бог войны. Я бы, конечно, бастион все-таки вкачал. Более универсальное. Сюда, конечно, зря грубую запилил, но долбить он будет неплохо, но убиваться будет точно так же. Так, ну тут тыковка. Ой, говорю, тыковка, моя первая шапка такая же была, я ее слил. Есть видос с воодушевлением, будет видос еще с исцелением. Топовые талантики для нее. Либо бог войны, либо грубую ей лучше. Так, ну тут баст этот, бог войны, отлично, отлично. Ну тут можно разные вариации, отлично, супер. Тут замедление надо будет, тут лучше каменку ожог ставить. Тут бег, если ремка пятая, она у тебя уже есть. А вот тут вот бигфут. Ну не знаю, для PvP локации возможно, да, железной воли, но я бы лучше поставил другим героям. Не тратил бы на него. Может, он так и выпал. Так, ну тут пофиг, что будет. Тут каменка надо. Повелитель бури хорош. Либо каменку, либо ожог. Так, 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 так. Рибит пофиг. Ну и все, пошли допы. Так, смотрим, что у него есть. Лотерея книжечки. Коробочка. Так, эмблемки даже на шестые уже две штучки есть. Сегодня забрал, шапки копятся, ну, есть. Повторочки у него есть, Афинка, Повелитель Бури, надо, видите, еще повторки. Отлично. Так, Анубиса надо тоже. Еще давайте откроем, всем же интересно. Нет, откроем в конце, после роллинга. И вот это откроем тоже в конце, посмотрим, какой шанс. Так, отлично, ну что, поехали. Поехали рылить героев. Музычка отличная, надеюсь, нам сейчас насыпет повторок 50, 4К. Да нахуй, вот так вот, ребят, рулится, вот это, блядь, вот это кайф. Тыкнул и сразу Афина, блядь. Поехали дальше. Ара. Тыкнул Атлантикор. Бульдозер Триант. Давай, рандомчик. 10к срылили. Одна Афина, Варлок. Ну, Варлок у него уже прокачанный. Ну, Афин мы ему достали. Одержимый, Душегуб. И самое главное, Фрейю. Неплохо было бы еще одну Фрейю. Анубиса. Стрелков не знаю, у него 5 есть. Блять, одни магазины падают. Да, что-то, блять, понадеялся я на читы эти. Какие-то порченые сегодня у нас читы, ребята. Жизнь, боль. Где, блять, имба? Ну... Это просто жесть. Кенди. Больно, больно. Очень больно. 50к и одна Афина. Сердцеедка. Валентина. Да ты чё, блядь, рандом. Бог грома. Фея. Вы чё, блядь, снова зила? Охренели, что ли? Типа, блядь, мы уже до хрена всего выбили. Вот это рейлинг получился реально. Рыцарь. Дед Мороз. Сердцеедка. Леди Лео.
Да ладно, это какая-то дичь. Королева гарпий. Я в шоке. Я просто в шоке. Что это было? Где, блядь, одна Афина? Так, у него первая. Так, что тут у него еще? Одна Афинка. И одно Модестали. Четыре. Ну, в принципе, ему хватает уже. Отлично. Фрей, повелителя бури. Нет. Ну, блядь, давай отсюда. Повелителя бури, либо Фрею. Либо... Блядь, заклинательница. Да чтоб тебя, блядь... Жизнь, боль. Надо все. Сиди ко мне, блядь. Люблю эти рандомы. Ну, пятые сотремочки. Ну, это реально херня. Это реально... Что-то какой-то рейлинг получился у нас. Сейчас мы... Все исправим. Сейчас мы сделаем. Вот конем. Возьмем вот так вот. Опа, чик. Раз, два, три. Читы включились. Поехали дальше. Сейчас мы дорелингуем что-то интересное. По-любому. То я с просонья даже не понял, о чем. Что это за дичь была? Что это за роллинг? Поехали. Суккуб. Купидон. Капитан Дрейк. Королева Гарпий. Рыцарь. Отличный рылинг. Просто Влад Дракула заклинательница. Варлок. Ну, и ты чё? Рандом, ты чё? Валентина, Дракас. Варлок. Друид, Дракас. Сакас. Ебанака, суккуб. Короче, пиздец, ребят. Вот такой вот был у нас рылинг. Я хер его знает, что это было. Так, окей. Окей, окей. Ну, давай, давай. Давай, блядь. Еще одна Афина. Ну, блядь, Афин, конечно, нападала. Нахрена ему их столько, я не знаю. Но пусть будет лучше так, чем никак. Поехали, два сундучка. Раз, два. Херня падает с этих сундуков что-то последнее время. Ну, вот это самое интересное. Тут падает у нас от 10 до 100. Было бы по приколу соточку. Так, не продать, использовать. И чик 15. И чик 20. Ну, 35 осколков. Ну, в принципе, такое себе, такое себе. Окей, побежали дальше. Перейти, использовать. Так, ну, поехали. Надо ему пару талантиков хороших нарылить. Так, ну, приди, приди, приди. Жизнь, боль. Жизнь, боль просто. Что это за аккаунт? Так, где мой стрелок? Так не пойдет. Так, надо топовый талант. Ну, видите, тут просто самоуничтожение. Это означает просто возьми и убейся. Хрен тебе, а не что-то интересное. Оживо. Оживо еще куда ни шло. Кому тут оживо можно тыкнуть? Кого тыкнуть оживой? Так, тут четверка, но она, в принципе, беспонтовая. Тут лучше живу уже поставить. Она бесполезная. Так, тяжелый удар. Идет он на химку. Так, вот она.
Поменять. Сменить. Потому что он дает дополнительный доп урон. Ну что? Раз, два, три, исцеление приди. Сука, бог войны. Ну, я вам скажу. Даже бог войны — это отличный результат с данного сундучка. И кому мы его влепим? Так, ну тут вариант есть на подземке. Сейчас мы посмотрим, что у него по подземках. Так, одержимый. Деду я бы пока его даже не качал. Больше одержимый бы прокачал. Так, тут отлично все. Отлично. Шапка. Блин. Этот берс нахрен тут не нужен. А на воодушевление и исцеление у него тыковка на очереди. Так, смотрим еще варианты. Ну, я думаю, что для шапки это просто топчик будет. Что по подземкам? Ой, у него шестые. Еще даже не фармлены, вот так вот. Однозначно. Однозначно ставим шапки. Я надеюсь, шапку он прокачает, посмотрит обзоры. Так, шапка. И кто у нас одержимый? Да и одержимому неплохо было бы. Он бы там трешевал нормально. Без проблем проходил бы. Давайте все-таки одержимому. Он у него уже качается. Тем более у него есть возможность поставить два талантика. Вот так вот делаем. Шапку он потом со временем докачает. Вот. Вот так вот. Вот такой вот, ребята, у нас был рейтинг сегодня. Ну, не знаю, Афин нападала, Фрейю словили, Повелителя Бури Анубиса и Стрелка Кадештат мы не достали, застали немножко топовых плюшек, пооткрывали их, посмотрели. В общем, вот так вот. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Я пошел дальше спать. Шутка, дальше иду рылить. Все, всем пока.